В Ирбите выявлен уже второй случай заболевания COVID-19. Если в первый раз жертвой вируса стал молодой человек, находившийся на самоизоляции после возвращения из Москвы, сейчас заражение коронавирусом выявлено у пожилого мужчины, который находился в стационаре Центральной городской больницы. Врачи госпитализировали его 24 апреля с симптомами пневмонии. В настоящее время мужчина отправлен в Центральную городскую клиническую больницу номер 24 города Екатеринбурга для дальнейшего лечения. Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия по месту жительства заболевшего, а именно санобработку мест общего пользования в жилом доме. Кроме того, установлен круг его общения. Всем, кто контактировал с мужчиной, вручены предписания об обязательной самоизоляции и необходимости прохождения обследования на COVID-19.